точек общепита здесь на данный момент 10. Все 10 точек общепита закрыты. Все. Мы уже проверили. Да, уже проверили. Начиная с 10 часов 30 минут, перед нашим временем, они все закрыты. А вот так даже по внешнему виду, вот кумыс за вами стоит, можете оценить, он насколько пригоден? Какие товары продавать нельзя? То есть это... Я не знаю, что такое кумыс, конечно, но если это молочный продукт, то, естественно, в принципе, должна быть информация. Должна быть маркировка, информация о том, кто это произвел, когда, что это за продукт, какой штаб. Реально, где? В России производят, наверное, теоретически. Тут написано, что это вообще в Москве происходит. А, во всяком случае, указано Москву. Они же не указывают, да, там мех, откуда он, да, ничего вообще они не указывают. Они даже что за мех не указывают. Изделия из меха, мех и мех. Да, должен быть вид меха, угу. Цвет меха должен быть, размеры, естественно, да. Самому продавцу это грозит наложением административного штрафа в размере на юрлицо от 100 до 300 тысяч. Это если юрлицо. А откуда ваши шапки? Девушка, выйдите. Не знаете, откуда шапки? Из дома принесли. Штраф не маленький, на самом деле. В префектуру не раз поступали обращения от жителей, в том числе Тимирязевского района, также других районов. Достаточно обращений для начала проверки, которая сегодня была проведена, такая первоначальная проверка. Далее будут разбираться уже высокопоставленные органы, которые уполномочены в этом деле, и будут приняты определенно какие-либо административные решения, и я думаю, что мы услышим граждан и выполним их те или иные требования.